Привет, друзья! Кто хочет научиться быстро соображать? Скоро будет вебинар. Оригинальные приемы, новые, для развития изобретательского мышления. Ну да, чтобы за короткое время могли быстро сообразить, что и как надо делать. Как быть в условиях неопределенности. Да, это очень интересная штука. Да, я думаю, что умные люди сразу поймут, о чем речь идет. Да, и схватятся за эти приемы, потому что какой бы человек ни был, все-таки повысить свою изобретательскую способность – это невероятно важно сегодня, когда время так сжато. Да, это очень важно, друзья. Так что смотрите, будет скоро объявление.